Привет, друг. Давай сегодня приготовим капучино в домашних условиях. Все, что для этого понадобится, это вот такой чайник French Press, который можно приобрести в фикс-прайсе по очень приятной цене. Давай для начала нагреем молоко в микроволновке и выльем его во French Press. А дальше все просто. Вот таким образом взбиваем молоко. Чем интенсивнее будешь взбивать, тем качественнее получится пена. А что такое качественная пена, спросишь ты? Качественная пенка – это густая, глянцевая, нежная, а также на вкус невероятно сливочно-молочная пена. Вот, пожалуй, друзья, то, что у вас должно получиться. Также после взбивания необходимо немного раскрутить молоко до однородной массы. Переходим к эспрессо. Я буду готовить в машинке DeLonghi, но не расстраивайся раньше времени. Ведь растворимый кофе отлично подойдет для этого рецепта. Просто не разбавляй его слишком сильно. На одну ложку кофе налей немного воды, примерно 50-60 мл. Остальное уже будет молоко. Эспрессо готов. Можно наливать молоко прямо из френч-пресса, но я, пожалуй, перелью его в питчер. В очередной раз, слегка взболтав молоко, добавим его к эспрессо. А при желании и небольших тренировках можно даже нарисовать рисунок. Но не сегодня. Осталось только попробовать, но впереди еще один вариант. Наливаем в питчер теплое молоко и будем взбивать молоко вот таким вот вспенивателем. Его ты найдешь почти в любом магазине электроники. К тому же стоит он совсем недорого. Опускаем примерно на сантиметр в молоко и включаем. Опять же повторюсь, чем дольше мы будем взбивать, тем лучше и качественнее у нас получится с вами пенка. Сварим еще немного кофе. Кстати, стучу об стол для того, чтобы удалить пузырики из молока. Как молочко стало однородным, добавляем в эспрессо. Хорошего отдыха! Не забудь показать этот способ своим друзьям, а также ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну и конечно, не забывай смотреть остальные наши ролики.